Есть множество способов провести свой досуг, но из всех их вы выбрали самый правильный. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в Hello Neighbor. Привет, соседушка, и у нас... И сегодня мы, надеюсь, что будем завершать мод Hello Man. Третья серия, и мы пробрались в прошлый раз в подвал, и... Собственно говоря, сейчас мы будем его с вами изучать. Дали в комментариях также пару подсказочек. Во-первых, где-то в главной комнате сверху переключатель, чтобы я не проглядел его. Также сказали, что какая-то там в какой-то комнате будет картина, которая открывает проход. Так, выключи ты пылесос свой дурацкий, а? Так, будем изучать подвал, короче. Подвал похож на лабораторию или мастерскую какую-то. Так, нам сюда запрыгнуть надо, да? Закрыто здесь. Да выруби ты пылесос свой дурацкий. Да ё-моё, да доел уже. Так, какая там картина? Так, это берется. Не знаю, в это или это. О, может вот это? Нет. А это? А, вот она. Спасибо, что подсказали, я бы, наверное, не догадался. Так, здесь вентиль. Надо. Хорошо, разберемся. Еще, кстати говоря, в комментариях понаписали, что, кажись, мне попался глюк, и вот этих... способности двойного прыжка, отталкивания соседа и невидимость, этого не должно было у меня быть. Не знаю как, но они у меня были сразу. Я запустил мод, у меня они были. Видимо, может это из-за того, что у меня сюжетка была пройдена. Оригинальная. Ну, не знаю. В всяком случае, со способностей это было легче проходить. Если бы способностей не было, меня бы просто бы бомбило от этого мода. Сосед меня бы десятки раз ловил бы просто. Потому что дом там немного тесноватый. Так, ладно, давайте смотреть. Сказали в главной комнате... Вот этот, может? В главной комнате сказали, можно... Там переключатели есть, его нельзя проморгать. Да, вот отталкивание соседом — это самая нужная способность в этом моде, потому что без нее мы... Где этот переключатель, я его не вижу. Сосед просто не будет мне ничего сделать, давать, если он меня так будет. Нет, надо что-то швырнуть туда. Если я его вообще увижу, я вижу его очень... Нет, не долетело. Еще раз. Вижу, но очень плохо. Иди в жопу, сосед. Не знаю, что этот переключатель делает, но нам надо его открыть. Можно, конечно, попробовать допрыгнуть и задеть. О, я его открыл, отлично. Так, давайте изучать, проверять. Merry Christmas. New Year 2022. А, это значит, этот мод был сделан недавно. Так, задействуем невидимость. Да, я забыл, что сосед видит фонарик игрока, когда тот включен. Так, ладно. Давайте смотреть. Подвал. Да, это будет непросто. Опа, опа, тут это что, спрятаться тут можешь?
Короче, поменьше бегаем со включенным фонарем, потому что иначе он нас запалит. Короче, какие-то предметы, очевидно, тут надо искать. О, очки. Что это за очки? Ну и бесполезный явно предмет. Вот собака, а, капкан поставила. Вообще, сегодня, кстати, должен был выйти выпуск по Лего Сити, но он выйдет в другой раз, на следующей неделе, потому что я его начал записывать и вообще не понял, что там надо делать. Там надо поднакопить чего-то там. Для этого надо несколько кубиков разноцветных таких собрать, радужных. Но, к сожалению, они там так спрятаны, что я только один смог добыть. А добыть их там надо очень-очень много штук. Он застрял. Так, ладно, ну тут ничего не остается, как ему сдаться. Ну тут ничего не остается, как сдаться, потому что мы не пройдем туда через него. Блин, тут камеры висят. Можно вроде бы снять, но... Кстати, а куда провод идет вообще? Туда куда-то. Да пошел ты нафиг, сосед. Ага, вот закрытая дверь. Закрыта. Блин. Ну вот как этот подвал проходить, если тут сосед такой? А, может этот переключатель открывал вот это? Тут решетка открылась. И тут что-то есть. То блин. Блин, как этот подвал проходить без способностей? Просто палит меня сразу же. Нет, он меня заметил. Может, он сейчас потеряет меня? Надеюсь, что потеряет. Нет, он как-то меня заметил. Я не знаю, как он меня вообще мог заметить. Как такое возможно, я не понимаю. Ну, камеры, наверное, запалили меня. И где же он меня сейчас заметил, извините, пожалуйста. Так, ладно, пусть потеряет. Потом проверим эту комнату. Закроем дверь. Мне что-то кажется, что за этими стеклами что-то есть. Что это за постукивание? Там что-то есть по-любому. Вот за вот этими картинами, такими проекторами, или как их правильно назвать-то. Вот за ними есть что-то, по-любому. Вы сейчас это должны проверить. Так, все, пусть сваливает, а мы проникнем сюда и проверим. Я застрял. Пипец. Здесь какая-то решетка, нам сюда не пробраться. Там что-то есть, но тут решетка, мы не попадем туда. Ладно, в эту комнату нам, походу, рано пока идти. Да блин, да то он заколебал уже, если честно. Так, ну вот это ломик, наверное, надо. Какая-то дверь. Опа, там магнит надо, наверное. Вот лифт, там лифт. Тут интересно, что за... Что вот в лифте находится, куда он? А, мы еще вон те комнаты не посмотрели. Проверяем вот эту сначала. Блин, вот... Самое время застревать сейчас, блин. И обыскиваем все. Мы должны
все обыскать, потому что ключ где угодно лежать может. Не, по-моему, эти... Погодите. О, ключ! Ключ, 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 ключ. Отлично. Один ключ мы нашли. Это прекрасно. А здесь у нас чего? По-моему... Не, тут ничего вроде бы нету. Здесь разве что можно прятаться. Проверяем. Так. Это дверь, которую ключ-карту надо найти. Хорошо. Это мы знаем. О, еще один какой-то замок. А, погодите, мы. Я видел там. Я видел место, где магнит надо. И там ключ был, по-моему, такого цвета. Блин, он здесь, вот собака, а. Где же дальше искать? Погоди, так, а здесь что? Блин, здесь стулом подперто. Мы туда не пойдем. Так, ну здесь мы были, нам туда пока не надо. Лифт, вот что в лифте? Так, ищем магнит. Нам надо магнит найти где-то. Вот здесь вот. Вот здесь ломик надо, это очевидно. Блин, камера. Блин, я не успел кинуть. Собака. Опа, что? Там что? Там... Что это, что сейчас упалось? Блин, как он задолбал меня, а? Там какой-то проход, по-моему. Это... Подождите, там вентиляция не... Не-не-не, мы туда попасть должны. Мы должны попасть туда. Там, по-любому, что-то важное. Офигеть. Ее там видно, это плохо совсем. Ну чего ты так медленно бежишь? Иди давай нормально. Так, ладно, все, пипец, по-моему, он нас сейчас поймает. Не, фонарик выключен. Фонарик выключен, он по фонарику не запалит. Так, коробки надо. Сейчас мы заберемся туда. Чё там? Так, комната с камерами. О, вентиль. Отлично, вентиль. Так, и отключить камеры. Так, обыскиваем комоды. Потому что запросто где-то может быть... Где-то что-то может лежать. Так, ну здесь нету. Ничегошеньки нету. Это у нас что? Что это за рожа, блин? А, все, мы тут были. Так, вот ключ, кстати, мы добыли. Почему мы дверь до сих пор... Собака! О, лестница, погнали сюда. Он меня увидит. Он видит, где я. Мне бы запрыгнуть бы вон туда. Но, скорее всего, меня видит. Он, скорее всего, знает, где я. Хотя фиг его знает.
Нет, он потерял меня все-таки. Потерял. Ох, ладно, ладно, ладно. Так, ладно, обыскиваем эту... Блин! Он сюда опять лезет. А, нет, не лезет. Так, ладно, обыскиваем эту комнату. Проверяем, что тут... Есть ли тут что? О! Магнит! Магнит, отлично, магнит. Магнит нам был нужен. Как раз таки, я помню. Подвал, конечно... Подвал выглядит очень прикольно, мне нравится. Так, давайте эти шкафы тоже обыщем, проверим. Не, не, эти пустые. Здесь тоже. Эти тоже пустые. Так, магнит нам нужен, чтобы собака колючек добыть. Так, я надеюсь, этот ключ мне не выпадет из магнита. Нет, не выпадет. Так, все, магнит нам, надеюсь, больше не пригодится. Так, вентиль, вентиль, вентиль. Не знаю, зачем вентиль, но... Очевидно, что для чего-то он нужен. Я так понимаю, эту комнату закрыть можно. Может, эта дверь открыта? Не, не открылась. Пусть уйдет куда-нибудь, нам надо открыть дверь. Да как он, да блин, да как он меня заметил-то? Через стены, что ли, блин? Как? Повесил камеру, вот собака. А если я сейчас встану, и эта камера меня за... Чего? Как? Как? В смысле? В смысле? Как? Блин, я не щелкнул. Как он меня заметил-то? Да блин, он здесь? В смысле? Как? У меня же способность была, почему? Она не... Почему она не подействовала-то? Да блин, не дотянуться до этой камеры. Прыгнуть бы на нее и обезвредить ее. Не, не выйдет уже. Да блин, он когда уйдет уже отсюда, а? Он здесь все время будет, что ли? Там что-то есть. Да ничего там нету. Ничего нету в этой комнате, по-моему. Так, он в этой комнате, так что пока не сидим и не высовываемся. А, вот, подождите. Переключатель какой-то здесь. А. От чего, не знаю, может от лифта? Нет, не от лифта, не от лифта. Была еще комната вон там. Здесь. Где была решетка. А, вот, блин, я застрял тут. Вот, вот сюда. Вот здесь проход какой-то. А, это...
Это молоток. Молоток, я так понимаю, чтобы открыть все доски те. Че, не видно? Ни шиша вообще не видно. Молоток. Ну да, чтобы доски те открыть. Которые я говорил. Ну, сейчас будем пробовать. Ты собака, ты задолбал меня уже. Как это без способности проходить, скажите мне. Не жалуйтесь, что у меня способности каким-то образом появились. Это необходимо, походу. Без способности это не... Это хрен пройдешь. Так, открываем. Да, точно. Это отсюда. Где гвоздь? Где гвоздь? Я его не вижу. Может, так пройдем? Блин, как здесь тесно. О, там ключ-карта. Я не ключ-карту взял. А, вот теперь я. Иди нафиг, сосед, иди нафиг. Я не могу туда протиснуться из-за него. А ключ-карта? Я помню, откуда ключ-карта, я помню. Пошел ты нафиг, я серьезно. Я помню, откуда ключ-карта, там где-то дверь. Не могу втиснуться туда. Так, он мне не дал посмотреть, что находится за той дверью. Пока что. Так, ну он там, пусть сначала уйдет оттуда. Он застрял, по-моему, в баге. И не может выбраться. Да, точно он застрял в баге. Да блин. Да закрывай дверь, ё-моё, чего ты? Уйди, долбоящер ты. Не закрывай двери. Вот бы он туда пошел, а. Нет, он обратно туда возвращается. Не дает он мне посмотреть, что там находится в той комнате. Пусть уйдет куда-нибудь. А он опять застрял в двери. Надо закрыть эту дверь, наверное, вообще, чтобы он не застревал в ней. Он теперь так и будет там стоять, что ли? Собака какая, а? Он задолбал вообще меня. Еще и капкан тут. Нет, он мне не дает туда зайти. Там что-то было написано еще. Не, пусть уйдет сначала. Пусть сначала уходит из этой комнаты, потому что он мне не дает ни туда просто заглянуть. А, ну все, теперь он мне точно не даст туда зайти. Так, нет. Поскольку он меня уже заметил, он тут ничего не поможет. Так, пусть музыка прекратится сначала, он мне не дает. You have proof, now escape. Вы получили чего, proof? Доказательства, что ли? Какие доказательства? Чё это? Откройте дверь. Ну-ка, дайте посмотреть, что. Нашли доказательства, теперь бегите.
Он кого-то убил. А, подождите, я вспомнил. Там в сюжете страницы того мода я говорил. Было написано, что Сет похитил какую-то женщину и... Но мы не смогли ее спасти, он, походу, ее убил. И там оставил. О, там лифт открылся. Там лифт открылся. Наверное, тот переключатель, который в той комнате был, ее открыл. Там написано, вы нашли доказательства и... Понятно. Так, бежим к лифту. Так, что там у нас? Что там? Ага, это выход. Быстренько мы этот подвал с вами прошли. Что-то... Спасибо, что... Спасибо также тем, кто подсказал мне в комментариях. Он в полицию позвонил, я так понял, да? Мистер Петерсон арестован за убийство, приговорен к 12 годам. Обалдеть просто, обалдеть. Это конец. Сосед убил, мы нашли доказательства, и теперь сосед арестован, он в тюрьме. Спасибо, что прошли мой мод. Мод строился один месяц. Начали делать его 21 ноября, закончен 18 декабря. Ну что ж, это довольно-таки немного. Автор очень опытный, действительно талантливый деятель искусств. Я не совсем понимаю, наверное, он надеется, что нам понравился этот мод. Фидбэк, коммент, так напишите, YouTube видео, спасибо. Hello, Matt. Короче, мод этот, мод просто шикардосный. Я ставлю ему галочку без всяких сомнений. Есть, конечно, недостатки, способности, вот. Вот то, что способности, это глюк, и это очень жаль, потому что без способности это очень тяжело, потому что это очень тяжело пройти без способности. Это первый секрет в этой комнате. Здесь один легкий секрет в этой комнате. Какой? Не пульт. Это что? Опа! You regret this. Боже мой, что это такое? Сосед, блин. Дайте перепрыгнуть через него. Я могу через него вообще перепрыгнуть, нет? Особенно подвал. Подвал очень крутой, но... Там... Но то, что там... Но там сосед очень сильно мешает. И без способности это пройти не... Это вообще как можно пройти? Так, давайте это закроем. Ну, мод... Но мод шикарный. Мне очень-очень понравился. И что вот... Есть одно место... Одно место очень классное, очень классное. Вот оригинальный Hello Neighbor, когда выходил альфы, беты всякие, игроки все хотели узнать, что скрывает сосед в подвале. Но вышел релиз, и что в подвале у соседа, мы так и не поняли. Так и непонятно, так и не совсем понятно, что у него в подвале. А здесь, в этом моде, мы узнали, что сосед скрывает в подвале. Мы узнали, что сосед эту женщину убил и там в гробу держит ее. Мы получили доказательство о том, что он убийца, позвонили в полицию, его арестовали. Ну, и это прям, и за это огромнейший плюс этому моду еще один. Ну что ж, это очень классный мод, очень рекомендую. Я также в следующей неделе сделаю, наверное, видеоурок про то, как устанавливать моды через Steam в мастерскую. Ну а на сегодня все. С вас Игорь подписался, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте и всем пока.